Консультации по детской нейрохирургии впервые провели на Камчатке. В краевую столицу прилетел заведующий отделением научно-исследовательского клинического института педиатрии. Дмитрий Зиненко встретился с родителями и помог детям с тяжелыми диагнозами. В основном это были дети с детским церебральным параличом, с эпилепсией, спинномозговыми грыжами и гидроцефалией. Были довольно сложные случаи. Вместе с местными врачами их разобрали и вместе отобрали на операцию детей. За 2 дня осмотрели порядка 30 детей, больше 10 ребят направили на госпитализацию в Москву. Доктор работал в городской детской поликлинике номер 1, навестил детей в стационарах и реанимациях. Нейрохирург также провел врачебные консилиумы и научно-практическую конференцию по теме гидроцефалия и ДЦП для повышения квалификации региональных медиков. Наш институт специализируется на лечении детей с детским церебральным параличом, с промокрезистентной эпилепсией и детей со спинномозговыми грыжами. И именно этих детей мы и консультировали, и так как мы являемся ведущим институтом именно по этой патологии, мы таких деток себе и вместе с местными врачами отобрали. Приезд нейрохирурга на Камчатку – часть благотворительного проекта компании «Новатек. Территория здоровья». Он стартовал в 2018 году. За это время помощь получили более 450 юных жителей Камчатки. Свыше 70 маленьких пациентов отправили на госпитализацию. С учетом того, что медицина развивается и развивается высокоспециализированная технологичная медицинская помощь, сейчас есть ряд операций, которые позволяют детям компенсировать развитие, патологию развития нервной системы и, более того, производить, так скажем, высокотехнологические операции и поддерживающие операции. Вот с этой целью и был организован выезд специалиста. Мы предварительно, поработав, подобрали категорию детей, которые нуждаются в этой консультации, согласовали это с родителями, согласовали время приезда и возможности осмотра специалистам. Следующий приезд бригады врачей на Камчатку запланирован с 12 по 15 сентября по следующим направлениям: неврология, ортопедия, аллергология и кардиология.